Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Доброе утро, ребят! Сегодня 9 июня. Мы находимся в Саранде, в Албании. У нашей инфогруппы выходной. И, конечно же, погода портится. Посмотрите, какие там тучи, просто облака. Уже частично шел дождик, но на пляже тепло, есть солнышко. Попробуем немножко позагорать. Ну, купаться здесь, конечно, не покупаешься, волны сильные-сильные. Но хочу вам заметить, что на пляже, кроме нас, еще двух туристов, никого. Но мы не из тех, кто боится, поэтому пробуем загорать. Так, снимаю вам начало пешеходной улицы в Саранде. И смотрите, вот здесь вот обменник. Прямо в самом начале пешеходной улицы через дорогу. Здесь турагентство и обменник. А здесь самый высокий курс из того, что в хорошем смысле высокий, из того, что мы видели. Здесь евро 126. Вот сегодня по 125 лет мы обменивали. Это достаточно высоко, потому что до этого обменивали по 122,5. В Албании очень вкусное мороженое. Хочу вам показать. Смотрите, пожалуйста, на цены. Потому что вот в начале пешеходной улицы мы купили за 150 лек мороженое, а сейчас за 100. Три шарика. Оно очень-очень вкусное. Снимаю для вас название ресторана, в котором мы сегодня обедали. Он находится в Саранде, на пешеходной улице. Достаточно бюджетное место, я бы сказала, для Саранды. Сегодняшний обед нам обошелся мне в 750 лек, моей коллеге 800. Это всего по 6 евро, хотя мы брали, естественно, морепродукты, но не сет морепродуктов, а именно ризотто с морепродуктами брала моя коллега, а я брала пасту. Все очень вкусно. Много морепродуктов. Поэтому мы очень довольны. И это мы брали с напитками. Пришли в центр Саранды, спросили, сколько здесь вот стоит прокат вот таких вот катамаранчиков. И вот там, вот, если вам, надеюсь, вам видно, вот такие вот лодочки. Такие лодочки стоят 300 лек за час, а катамаран 10 тысяч лек на час. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!